И в продолжение темы. Накануне памятной даты участникам боевых действий в Афгане вручили юбилейные медали. Со дня окончания войны прошло уже четверть века. За это время многое изменилось. Выросло целое поколение, которое об Афгане знает только по фильму Федора Бондарчука «Девятая рота». Говорят, время лечит, но только не тех, кто прошел горячие точки. Слишком много боли, горя и потери боевых товарищей пришлось там пережить нашим солдатам. Враг был жесток, враг был коварен. Но 15 тысяч молодых парней мы оставили там, не считая количества заболевших, умерших от ран на территории Союза. Труд по воспитанию молодого пополнения необходим, потому что уроки мужества без вас, без участников Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн, это не уроки мужества, конечно. Все надо рассказать на примере. Свой интернациональный долг на афганской земле выполнили 174 славянца. В память о 25-й годовщине со дня окончания боевых действий ветеранам вручили юбилейные медали. Бабуленко Александр Иванович, прапорщик.